Мороз и солнце, день, конечно же, чудесный. И, как всегда, вместе с зимой пришли и холода. Птицы давно улетели в теплые края. Улетели, да не все. Похоже, этим пернатым никакие холода не страшны. Нужно сказать, здесь, в Щелкове, утки давно освоились. Чувствуют себя как дома, да и почему как. Некогда дикие, а нынче городские, и людей они вовсе не страшатся. Картина эта и для жителей Щелкова давно стала привычной, хотя и сегодня вызывает умиление.